очень интересное место, уже буквально по пути, хотя ехали мы на привычный уже нам залив, вспомнили о том, что помимо песочка на пляже, есть песочек еще в карьерах, хотя пришлось нам ехать сюда достаточно долго. Я ни разу не снималась в таких хрупких платьях на улице, при естественных условиях, и я очень благодарна такой возможности. Вот ради этого чудесного вида мы сюда ехали. Я просто мечтала попасть на карьер в такую погоду, и нам погода подвернулась, хотя с утра у нас шел ливень буквально, таки мы уехали на каких-то 70 километров от города и поймали это невероятное сочетание вечернего солнца, синего неба, песка и просто невероятных красот. Я использовала много хайлайтера, так как это было эффектно. Из-за ветра мы использовали очень простые укладки. Все было очень быстро, просто и лаконично. Довольно холодно, очень сильный ветер сегодня, но в целом все очень круто. Мы справились, несмотря на то, что не самая, наверное, удобная локация для съемки. Приходилось позировать в вертикальном положении и взбираться наверх на вершину карьера. Это было очень страшно и очень боялась упасть, просто завалить себя песком. Ходили босиком по холмам, по карьерам, боялись наступить на камушки, но ничего страшного. Не произошло никаких ни порезов, ни укусов. Все было очень мягко и круто.